Хотите приготовить такую потрясающую рыбку, морской язык в кляре? Если да, то смотрите мой рецепт. Для кляра нам понадобится 3 яйца, 1 чайной ложечки соли, примерно 2 столовые ложки майонеза. Все тщательно перемешиваем. Добавляем 100 мл молока, небольшой стакан муки. Должен получиться вот такой вот кляр. Подготавливаем нашу рыбку. Берем кусок рыбки и разрезаем на порции. Порезанную рыбку мы складываем в большую емкость. Добавляем 1/2 чайной ложки куркумы, чайную ложечку хмели сунели, чайную ложечку соли. И все тщательно перемешиваем. Я перемешиваю руками, кто-то там лопаточками. В сковороду наливаем растительное масло, прям много его надо налить. И ставим греться. Как разогреется, будем жарить нашу рыбку. Так, наше масло разогрелось. Берем кусочек рыбки, окунаем хорошо в кляр. Убираем лишнее и отправляем на сковородочку. Так делаем со всеми кусочками. Ну и жарим в обычном режиме, переворачиваем. То есть, смотрите, та сторона пожелтеет, такая хорошая, поджарится, да, переворачиваем и жарим с другой стороны. В принципе, готовится рыбка очень быстрая и очень вкусная. Вот такая вот красивая рыбка у нас получилась. Нежный кляр, он не сухой. Кляр получился очень нежным. Рыбка такая осталась сочная, соленая, с приправками, вкусная. Если вам понравился рецепт, то подписывайтесь на мой канал, следите за моими новыми рецептами. Пока-пока!